пошли. О! О! Красота! А мы сегодня поздно. Ну, в принципе, все дела уже сделали дома. А мы что-то так расслабились. Я аж в 7 часов проснулась. И, Кося, идем-ка я возьму это крем для рук. Руки высохли у меня. Забыла вчера в машине крем для рук и весь день без крема. В воде. Ну, о, привет! Привет! Всем доброе утро. Что это? Это птичка была, Николь. Всем крепкого здоровья, отличного настроения, всех благ, мир вашему дому. Пусть все-все-все у вас будет хорошо. А с каждым днем все лучше и лучше. Вот вам. Сегодня мы в обед отправляемся домой. Показываю вам наш ландшафт еще раз. Ну, вообще территорию. Солнышко, солнышко, смотрите, вот оно. И Николь там моет, ну, стоит. Николька вам привет передает. И вас приветствует солнце Шамахов. Где оно? Я его не вижу в небе, наверное, вы видите. Машина за ночь. Все такая. А это вам. Коротко о том, как я... Да кого ты там лаешь? Кого ты там увидела, Никось? Руки сухие, да ужас. Ник, ты... Что? Что? Кого? А, это Жанна. А что ты на Жанну-то лаешь? На Жанну-то что лаешь? В общем, как всегда, вы меня потеряли. Сейчас. Ну, так получается. Я не могу телефон установить здесь где-то, понимаете? И все. И отсюда мы с вами друг друга теряем. Ты скандалистка, а? Самая натуральная. Чего ты на Жанну кричишь, а? Пошли, давай, прогуляемся по территории. Иди сюда. Слушайте, мне что не нравится... Что рано утром, что уже когда темно вечером, так часов в 9, в 10. Сюда на территорию приходит дворняга. Я не знаю, она там с хаски играется или что, с местным. Но дело в том, что я вот, честно говоря, боюсь. Я вчера ни утром толком не смогла с Николькой погулять. Ну, как бы, ее еще вовремя узрели, эту собаку. Сначала утром выгнали. А вечером уже нет. Вечером уже мы тут стояли возле нашего коттеджа со Светкой, караулили собаку. Никусь, иди сюда, что ты облизываешь это? Караулили, Никольку караулили. Стояли так по обе стороны, смотрели туда-сюда, туда-сюда. А Николька за толком не сделала свои дела. Давай, пошли гулять, не надо на одном месте стоять, пошли. Пошли, 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 пока девочки собираются, на завтрак собираемся. Пока девчонки собираются, мы пойдем, походим по территории. Потом после завтрака опять выйдем, Николь. Ну, утро, но оно совсем другое, да. Конечно, любишь каждое время дня, но утро, оно совсем другое. Я не знаю. А, это начало жизни. Ну, разве некрасиво смотрятся вот эти опавшие листики, желто-коричневые, с березки, судя по всему, на эту зеленую травку? И солнце так это все подсвечивает. Вот не встать это утром и не увидеть, да. Это просто вот, понимаете, это какой дар, который дается нам свыше каждый день наблюдать эту красоту. А мы тут будем с вами рассуждать о каких-то морщинах. Товарищи, да пусть они будут у нас, да боже мой. Да пусть у нас будет этот хлеб с солью, пусть у нас будет вода. И пусть у нас будет каждый день с вами. Правда? Нет, ну мы, конечно, любим больше, чем хлеб, соль и вода. Понятное дело. Но пусть у нас всегда... Нельзя это. Пусть там кто-то что-то рассыпал. Но пусть у нас будет с вами каждый день. И в этом каждом дне нам будет очень хорошо. Пусть наши ноги нас носят, руки наши работают, глаза видят, уши слышат, язык можно... Чего ты сегодня на всех лаешь, Никось? Что такое? Чего это она так агрессирует? Вон Максимна проснулась. Все, дам тоже уже готова или как?
Да. Но мы сейчас с Николькой кружочек. А вот, а я думаю, где вчера кролики? Сколько гуляла, кроликов не видела. А вот они, кролики. Ну, пока один. Не-не-не, не Коська, не гоняй. Он побежал, испугался. Ник, ну ты не гоняй кроликов. Или у тебя только на них этот дух есть? А, идем с этой стороны посмотришь. Иди сюда, Николь. Ой, какие вы потешные. Ух ты. Ай, какие. Не, Никоська, не смей на них нападать. Стой, 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 стой. Стой. О, просыпную. Никось, ты гроза всех местных собак, кошек и кроликов. Ах ты. О, ты куда, Никось? Ой, иди сюда. Ах ты такая сякая. Иди сюда, ты попрыгун. Ты... Куда она? Ты посмотри, куда она меняется. Иди сюда. Иди сюда. Никоська, иди сюда. Шубка маленькая. Сюда. Ника, Ника, иди сюда. Все, иди сюда. Быстро, быстро. Сейчас как на тебя. Вот. А это уже хаски. Иди сюда, молча, быстро. Быстро, Никося, быстро. Иди ко мне, иди ко мне. Иди сюда, нафиг ты голос подаешь. Иди ко мне, иди сюда. Иди сюда, быстро давай. Быстро. Вот так вот. Не могла молча, тихо. Слушайте, у меня не собака, у меня звереныш какой-то. Иди сюда, куда-то за ними. Выдреныш, иди сюда. Я тебе дам, а сейчас он сорвется с цепи, будешь знать. Тихо. Ай, иди, иди, иди. Ника, я тебя сейчас дома запру, коза. Давай, ну-ка, пошли. А ну-ка, пошли домой. Хулиганье, иди сюда. Ну, вот так, вы поняли, да? Выгулила собаку. Иди сюда. Иди сюда. Наблюдает она за ними. Нужны они тебе, спрашивается. Нужны, что ты за ними? Нужны они тебе? Иди сюда. Иди сюда. Хозяйка себя почувствовала. Ты еще хаски не видела. Иди сюда. Она прямо это, как вся в бриллиантах. Блестит так, посмотрите. Осыпанная бриллиантами. Слушайте, красиво? Не могу. Красиво. Ладно, мы Никольку оставили и пошли на завтрак. Потопали. Вот я тебе покажу. Какая здесь красивая хаски. Смотрите, какая. Она такая серая. Гляньте. А глаза вообще обалденные. Ой, да. Ур-р-р, да. Ур-р-р. Слушай, ты красивая, но я тебя все равно боюсь. Ты красивая, жутко красивая. Но я тебя боюсь. И там это. Пернатые у них тут. Она, кролики. Кролики, вы нормально соседствуете, да, с хаски, да? Ну, правильно, вам что не грозит. Ну, кого здесь только нету. Поняли? Пошла догонять своих. Качельки убрали. Ну, в принципе, правильно, холодно. И столики обычно здесь бывают вот на этих площадочках, которые они сделали. Какие? Вот семена чего? Вот а что это за цветок? У Найгюльда? Да? Найгюльда. Юмрам бы Найгюльда, бы кабеладан дятер бы. Яхши дыр. Сын яй ацир, да, я. Дыба бы хырды макчимы. Дерез вар верим ачин? Вар, ха. Я бы чагза бы цыгал. Сарсыдно. А эти вообще красивые желтые, смотрите. Да, они очень красивые. У сарсынан вар мы сізді? Сарсынан, сарсынан. Жан пошла там фотографировать розы. Че, Свет, бабуль пошла, зашла в зал? Да. Да? А че, в салон, в салон. Вот так вот. Будем сажать во дворике. Че? Будем потом Жанну искать среди туй, роз, где-нибудь валяющиеся на земле, а? Какие цветы красивые. Ну, красивые, да. Красивые. Мы после завтрака
опять на выгуле. Здесь у нас тогда кушаем и гуляем. Главное, не кольки вообще раздолье, хорошо, она свободно гуляет. Тут, видите, на футбольном поле, там тренируются. Ну, тренируются как это, эти постояльцы, ну, тоже, которые приехали вечером, снимают коттедж. Вот они там голы забивают в ворота. Поле футбольное большое. Мы решили такой побольше кружочек сделать сейчас. Там-то она уже круги это самое пометила все. Теперь пусть здесь метит. Никусь, глянь, сколько посадочных мест. А ну-ка давай здесь пройдемся, интересно, по периметру. Солнце сопровождает так хорошо. Не, ну классно, конечно. Выходные на расслабоне, это просто замечательно. А вот сейчас бы осталась бы дома и начала бы себе искать работу по дому, которая вообще никогда не заканчивается, клянусь. И хорошо. Правда? Конечно, хорошо. Бегала бы из угла в угол с тряпкой. А здесь, пожалуйста, впечатление. Что там, Никосик? Приятно все же. Хорошо. Присоединяйтесь к нашему, хорошо. Чтобы нам всем вместе было хорошо. Вон здесь висят, ну, не баннеры. Баннерами, конечно, их не назовешь. Ну, в общем, такие плакатные, матерчатые листы, скажем так. Профессиональная футбольная лига. Респект, АФА. А, кстати, сейчас это ассоциация футбольной федерации Азербайджана. Сейчас как раз представитель сидел, тоже завтракал с нами вместе. Да, Никосика? Вот, пошли. Что тут, идем сюда? Вот. Ну, поддержка, понятное дело. Спонсирование, финансирование и так далее, и тому подобное. О, давай отсюда выйдем, Никось. Иди сюда. Давай, надо по лестницам подниматься, спускаться. Ну, здесь на территории вот и бассейны есть, и очень много полей разных. Вот. Там еще впереди тоже есть и там мини-футбол, по-моему, да, насколько я знаю. Вот. Там впереди бассейн. Это я забыла, что, честно говоря, что за здание. Бассейн, он напротив столовой. Ой, слушайте, как хорошо гулять. Погода, я прям балдею. Сегодня показывали на 3 градуса выше, чем вчера. Да, чувствуется, солнышко греет очень хорошо. Прям жаль, что не вчера была такая погода, что она такая сегодня, потому что вчера было прохладненько. Вчера било по ушам, ветерок был, сегодня ветра нету. Вот, пройдем мимо роз. Вон, смотрите, еще, вот это вот я говорю, малое футбольное поле. Это футбольное, да. Или баскетбольное. Сейчас щиты есть. Футбольное, да, вот мини-футбол. А может, это и гандбол тоже, вот смотрите как. Ой, розы какие. Ой, не могу. О, ух ты. Ага. Вы знаете, какой аромат стоит здесь от этих роз? Они еще от ветра колышутся, ветки, да? И розы источают свой аромат, выбрасывают в атмосферу. Ой, Николь, как всегда, меня запутывает. Ой, это посмотрите. Еще одно чудо природы. Вообще, это все, конечно, чудо природы. Все, что нас окружает. Только человек имеет свойство все это гадить, все это портить. Да? А, бабочка? Бабочка, вот такие вот мы. Там бабочка. Тут это самое, никто, шмель, оса. Шмель, какая же оса? Шмель, наверное, вот. Что делаешь? Что, нектар собираешь, да? Посмотрите, вот как насекомые соседствуют, да, друг с другом. Как они находят общий язык, ну, точнее так, скажем, они просто друг друга не трогают. Ну вот, чтобы как-то выживать. Правильно? Каждой колонии. Они стараются так по кустику разобрать, по цветочку разобрать, и все, и живут себе. А мы люди что? А нам надо всем погрызться, перессориться, передраться, перевоевать. А нам надо только это, отнять территории за каждый метр, за клочок. Мы будем грызться, убивать, терять. Туда не надо. Там нас ждут большие приключения. Лучше отсюда давай вернемся.
обошли поле. Пойдем гулять дальше. Светка сидит на балконе, решает кроссворды. Это ее досуг. Никось! Да елки зеленые, как я за тобой сейчас? Ах ты, жопка маленькая. А-а-а! Вот так, в колючках. Все, да? Прощай, моя новая куртка. Пошли, давай. Нечего тут нюхать какашки. Идем, пошли. Какашки. Нюхает она. Меня завела сюда. Выдра. Иди сюда, в дебри. Давай. Ну, согласитесь, хорошо же, правда? Ну, как можно это не увидеть? Как это хорошо можно не увидеть? И как можно не ценить вот эти минуты спокойствия, тишины? Для кого-то это самые-самые счастливые минуты, минуты тишины. Здесь вот беговые дорожки, несколько дорожек тут. Вот. И трава, трава такая мягкая, мягкая. Все, зарядка телефона садится. Я дам телефону отдохнуть. Потом надо подзарядить его. Пошли, Николька, дальше. Я хотела сказать, Константин качал ногой. Да, да, вот. Смотрите, завидуйте. Середина ноября, а у нас виноград. Ах, какой продукт. В общем доступе, согласитесь, да? Вот. Более чем общем. Да. Вот. А Жанна там тоже наяривает, стоит там. Стоит наяривает. А кто-то тут дурака валяет. Вот такой у нас досуг. Вот так вот мы и живем. Окруженный такой вот красотой. В окружении такой красоты. Ой, девочки. Жанна, что там приготовила, мам? Что она там приготовила? Зелень? Зеленяку? Начистила, намыла? Обещала, да? Помыть. А-а-а. И нас вскормить? Чтобы мы, да, поели, угу. Вырастали. Там зелень не дают. Мы со своих... Своим самоваром надо ездить, а не ездить. По ресторанам? Да. Ладно, хорошо. Запомнили? Все. Что можем взять? Берем с собой. Она за твоим помпончиком это охотится. Какой хороший запах. Чего запах? Все понюхали? Да. Вот мы вчера с этим тазиком пошли на обед, если что. Да. Жанна намыла огурцов, помидоров, перца и зелени. И мы с этим тазиком вчера пошли на обед. Вот так. Да. После кофе-тайм мы немного передохнули, а потом стали собираться в дорогу. И как мы и планировали, где-то к 2 часам мы как раз хотели пообедать. И вот заехали в ресторан, который в прошлый раз нам, ну, очень понравился. Нам вообще понравилось очень 2 заведения. В одном мы поели, это вот в этом, а в другом мы пили чай. Заказали мы в этом заведении картошку на шампурах. Ну, вот эту такую запеченную, да, с курдюком. Вкусно, да, а не менее. И 4 судака жареных на сковородке. Слушайте, это кухня, это что-то. А потом мы переместились чуть дальше, в другое кафе. На воздухе сидели, пили чай. Здесь такой обалденный выбор всего к чаю. Слушайте, смотрите, сколько видов варенья. Я вообще в шоке от их предложений, да. Здесь варенье из черной, что это было, по-моему, черная смородина, если я не путаю, вот это. Нет, или черная черешня, по-моему. Здесь просто мед с грецким орехом. Дальше упасть можно. Это черри. Вот я даже задержала, когда он мне говорил, я так обалдела. Мы его, в принципе, и выбрали, это варенье. Желтенькие черри, маленькие вот эти помидорчики. Вот, это тыква. И вот это вот у нас изюм. И тут еще вот на тарелочке райские яблочки. Потом еще, по-моему, черешня. Да, черешня здесь белая, черная, а вот то, что я первая показала, это была черная смородина. Ну вот мы выбрали вот эту вот тарелочку вкуснятин и еще попробовали вот это варенье черри желтенькие. Слушайте, варенье очень вкусное, такой необычный вкус. Я с удовольствием его в чайной, если
будет, например, такое варенье, то буду повторять. Нам очень всем понравилось. Да, Николь? Ну вот так. Приехали домой, называется. Опять воет ветер. Ну вот, в принципе, и в Шамахе тоже ветер был, да? Вот. Не сильный, но был. Но когда уезжали, уже такой был порывистый. Хотя с утра было хорошо. А я разобрала уже вещи по местам. Так, это мне пришло письмо счастья. Что у нас тут? Что за добро? О, свет. Сколько? 8-7-6. Еще жить можем. Вот, что хочу сказать. Разобрала вещи и думала, поставлю стирку. Ну, куда там? Какая теперь стирка? Такой ветер. Ну, а как? После поездки всегда что-то, да, бывает. Ладно, ничего. Подождем. Все. А дом-то хорошо. Дом классно. Всегда возвращаться домой просто замечательно. Ой, а почему у меня такие холодные? Стоп, секунду, не поняла юмора. А что это у меня? Ой, полы холодные. А что такое? А у нас что, газ отключали? Подождите. Нет, газ есть. Товарищи, на балкон хоть не смотри. Ой. Посмотрите. Ой-ой-ой-ой-ой. Что у меня там творится? Что у меня тут творится? Ай-яй-яй. Я только не могу понять, что у меня здесь творится. Что не так-то? Господи, боже мой. Это какой-то ужас. А что здесь-то не так-то? Вскрыла я эту пачку. Вот сухое кокосовое молоко. Ну, в таком пакете находилось. Я так подумала, что лучше пересыпать. Пересыпала. Вот, и развела, потому что написано в инструкции, что нужно развести, значит, 1-2 ложки. Там не написано, каких ложки, но я так предположила, что чайные ложки в 50 миллилитрах воды. Вот, и я так думаю, что я сейчас как раз кофе завариваю. Здесь у меня вот кофе заваривается. Я сразу прям, наверное, кофе вылью сюда, скорее всего. Вы знаете, как принюхалась? Ну вот пахнет реально кокосовым молоком, да, вот какое бывает вот в этих пачках. Вот, подружка моя здесь, все как обычно, ничего не меняется. Здесь я смотрю этот фильм «Агряб на сумму», здесь сушу вот эти семена, которые мне дали в этом, там, в Шамахе, да, вот высушиваю. Ну а здесь я планирую. У меня пока перерыв, хочу кофею, вот, попробуем. Ну что, попробуем? Не попробуем, а вот хочу кофе с сырком, с ванильным. Вот посмотрим, что сейчас получится на вкус. Аж прям интересно мне. Такой цвет белый, красивый, смотрите. Ну, прям вот белый-белый. Сейчас покажу. Ну, красиво, молоко-молоко. Аромат приятный. Так, кофе. Кофе пока. Ну вот, буду держать здесь. Вот так вот на полочке своей. Это молочко, это у меня баночка из-под меда. Теперь будет баночка из-под кокосового молока. И все. И будем. Дам отзыв. А это у меня насобиралось сахар. Это Макдональдс, когда я кофе с пирожочком пью. Да, кстати, я разводила очень горячей водой. Там тоже не написано было на упаковке, какой водой. Холодной, не холодной. В общем, инструкция такая была, какая-то поверхностная чересчур. Никакая ложка, никакая вода должна быть. Поэтому я вот вскипятила воду. Ну, наверное, градусов 90 точно воды здесь есть. Так что как-то так. Ну все, кофе задышал. Поехали. Я Алла Безимкеляр. Посмотрим, что у нас получится с вами. Самое главное – это вкус. Каково оно на вкус? А, знаете, попробовала, да? Ну, с первого глотка вкус не совсем понятен, потому что пар какой поднимается, горячий кофе. С первого глотка вкус не совсем понятен. Вот кокосовая нотка пробивается.
несомненно. Ну, что-то такое еще какое-то синтетическое. Не знаю, чувствую. Ну ладно, я все-таки посмотрю, да? Попью, посмотрю. Вообще, сейчас я еще и загуглю. Мне просто интересно, что это за такое чудо-юдо я купила. Посмотрим. Вот, нарвалась на статью. Сейчас посмотрю я, что, ну, вот просто очень интересная информация такая. Такая, давайте я вам тоже прочту, потому что то, что я сначала увидела, вроде как мне понравилось. Так, ряд преимуществ, которые помогают сохранять и улучшить здоровье. Основная польза заключается в том, что этот продукт содержит здоровые жирные кислоты и питательные вещества, которые могут способствовать общему физическому и психическому благополучию. Вот, жиросжигание. В кокосовом молоке преобладают более ненасыщенные жиры. Омега-3, омега-6, омега-9. Они способствуют ускорению обмена веществ, способствуя жиросжиганию, снижению веса. Повышается производительность, укрепление иммунитета, укрепление здоровья сердца и сердечно-сосудистой системы. Улучшает состояние кожи и волос. Вред и противопоказания. Хотя кокосовое молоко имеет много полезных свойств, оно также может быть противопоказано для некоторых людей. Существует риск аллергических реакций, особенно у тех, кто имеет аллергию на орехи. Но у меня вроде как нету. Хотя я когда поем орехи, мне начинает лицо чесаться иногда, если я переем. Также важно учитывать калорийность кокосового молока, особенно для тех, кто находится на диете или стремится снизить вес. Ну, как я не понимаю, вроде как сказали, что что-то какое-то противоречие. Вот как приготовить жидкую кокосу. Смешайте 50-60 грамм сухого кокосового молока с 200 миллилитрами воды. А чтобы получить сливки, 50-60 грамм со 150-160 миллилитров воды. Храните приготовленное кокосовое молоко в герметическом контейнере в холодильнике. А, то есть можно приготовить еще и хранить. В течение нескольких дней используйте его в своих любимых рецептах, добавляя классические ароматы и богатый вкус кокоса. А здесь есть еще рецепты с сухим кокосовым молоком. Ладно, ну что-то я стала забивать вам мозги. Ну, не знаю, давайте попробуем как бы попользоваться, поупотреблять. Поупотребляем, дальше будет видно наше здоровье.